Ровная осанка, чувство ритма и правильное дыхание. В выступлениях музыкального театра «Апельсин» было идеально все. Оригинальность в подаче и исполнении по достоинству оценили и московские зрители, и члены жюри международного конкурса «Академия звезд». География фестиваля была широкой – Россия, Беларусь, Азербайджан и Япония. Оренбургским апельсинкам удалось покорить жюри композиции «Кура ряба». На первый взгляд незатейливый танец, но глубина в нем есть. Мы показываем курей. В арсенале этого танца у нас золотые яички, которые куры рябы достают в конце номера и показывают, как они дорожат положением. За 15 лет музыкальный театр выступал на сценах российских и международных конкурсов, представляя глубокие и сложные вариации. Солистка «Апельсина» Наталья Бынеева исполнила композицию «Мой свет», где рассказывает о стремлении людей к прекрасному. Танец о том, как мы тянемся к свету, к чему-то прекрасному, что в жизни есть много чего светлого, к которому стоит тянуться, прикасаться и затрагивать. Наталья занимается в коллективе 10 лет. Работала в разных направлениях, от современной хореографии до классических танцев. Кстати, в последнем жанре, по словам Наташи, должен уметь работать каждый. Нужно работать, много работать. Нужно каждый день приходить в зал и выкладываться на все 100%. То есть не говорить: сегодня я поработаю, завтра я отдохну. Нужно каждый день выкладываться. Для того, чтобы коллектив добивался успехов не только на своей сцене, но и за ее пределами, концертмейстеры работают с каждым воспитанником персонально, развивая не только пластику, но и вокальные и артистические данные. У нас репетиции каждый день. Проходит у нас и слушание музыки есть, и актерское мастерство, и хореография, и вокал. Также руководитель отмечает, что все взаимоотношения в коллективе строятся по системе 3D. Это дружба, доверие и доброжелательность. Это помогает коллективу вот уже 15 лет покорять танцевальные вершины. Для Рабусева Георгий Бурлуцкий. Новости дня.